Всем большой привет, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу об одном из лучших, удобных и безопасных кресел в категории 2-3 от компании Britax Roemer. Моделька эта называется KitFix 3S. Это практически самая напичканная технологиями безопасности модель в линейке категории 2-3 у компании Roemer. И здесь, короче говоря, простым языком, все, что в разработке есть у компании, все здесь использовано. Все фишки, которые только у них есть. Вот, соответственно, этому креслу можно смело доверять детей. Оно одно из самых безопасных. И на текущий момент, особенно в последнем поколении, после того, как они удлинили сидушку, по-моему, они даже в предыдущем поколении начали удлинять, но этого я не помню точно. Но суть в том, что сидушка стала длиннее. И теперь и посадка здесь очень-очень хорошая. Вот. Собственно, категория 2-3. Что из себя представляет? Это с 3 лет до 12 лет. И с простым языком с метра роста и выше. Соответственно, можно использовать это кресло. У вас, может, в 4 года ребенок будет метр. Или там в 2,8, я не знаю. Но вот после 100 сантиметров можно использовать это кресло. 100 сантиметров здесь по той простой причине, что ремень проходит через направляющий в подголовнике. Если ребенок ниже, то ремень будет налегать на горло. Это очень опасно. Допустить этого ни в коем случае нельзя. Поэтому имейте в виду. 100 сантиметров не раньше. Соответственно, почему оно такое безопасное? Здесь усиленный полностью каркас. Здесь установлена фирменная система SICT. Вот, например. Ее нужно обязательно активировать. Она вот выкручивается, закручивается. Соответственно, со стороны двери нам нужно обязательно ее активировать. При боковом ДТП эта система гасит энергию удара. Первый удар принимает она на себя. Она там рушится, деформируется. Естественно, это все одноразовое при ДТП. Их надо менять кресло, если была авария. Вот, потом только удар переходит на сам каркас. Это такая еще одна степень защиты добавляется при боковых ударах. Естественно, в самом каркасе тоже вибропоглощающие прослойки есть. Тут все нормально. Вот. Также есть фирменная система XP-Pad. Это вот такая накладочка на ремень. Я вот ее сразу одел. Которая снижает нагрузку при ДТП с плечевой зоны ребенка. Сам ремень он тоже травмирует, и ого-гошеньки как. Поэтому эта система помогает избавиться от этого. Также есть система, вот такой вот крючочек, через который проходит нижняя часть ремня. И также, если не ошибаюсь, в районе 30% снижается нагрузка с паховой зоны ребенка благодаря вот такой вот системе. Поэтому здесь максимум технологий использовано, которые сейчас я только встречал вообще в принципе в детских креслах в 2-3 категории. Чего-то еще, чего я не видел, я, к сожалению, не знаю. Поэтому программа максимум, все здесь, соответственно, есть. Так, что касается материалов, используемых здесь, это классическая рёмеровская ткань. Ткани у Roemer всегда отличные. Я бы не сказал, что они какие-то мега премиальные, там шелковые, нет. Здесь как все для немцев, все практично и удобно. Ткань тактильно приятная, износостойкая. Вот. Конечно, она может быть тактильна еще где-то, вы найдете в каких-то брендах поприятнее. Но вот эти кресла и через 5 лет выглядят практически так же. Они не умирают, скажем так, через несколько лет, я имею в виду про внешний вид, не становится такой старой. Ткань хорошая, крепкая, надежная. На подголовнике, кстати, ткань используется ощутимо приятнее, чем во всем остальном кресле, потому что здесь лицо, здесь как бы оно и не корябается так, и тактильно ребенку приятнее. Соответственно, кресло устанавливается и крепится к автомобилю с помощью системы Isofix. Isofix здесь нормальный, классический, жесткий. Вот, металлические салазки, они гибкие, поэтому в любой автомобиль вы поставите. Много немецких производителей, там Porsche, например, японский Infiniti, даже... Ну, я уж так не помню, но в разных автомобилях под разным углом и на разной глубине находится Isofix. Поэтому где-то приходится реально помучиться, чтобы поставить. И вот для этого здесь регулируется длина этого Isofix и наклон, чтобы вы в любой автомобиль смогли без труда поставить это кресло. Соответственно, защелкнули, пропускаем ремень через направляющий. Вот, застегнули и, собственно, в путь. Здесь никаких заморочек, там, танцев с бубнами, ничего такого. Так, что касается комфорта, смотрите, здесь у нас есть
свободный ход у спинки. Вот сейчас вы видите, это максимально возможный наклон. Дальше спинка уже не идет. И этот свободный ход дает нам возможность установить кресло. И если у вас в автомобиле спинка немножечко регулируется, тем самым вы получите тот самый желанный наклон. Есть автомобили, где вы сильно не опустите, потому что спинки у многих, ну не 90 градусов, конечно, но не сильно наклонены. И там, конечно, ситуация похуже. Но Рёмер немножко предлагает нам выход из этой ситуации. Например, вот мы поставили, вот, например, на этом демо-кресле почти 90 градусов. Вот представьте, в машине вот так вот сидеть ребенку. Ну, не то. Соответственно, мы поставили, и мы можем изофикс, у нас же по длине регулируется, соответственно, вытянуть подальше, и у нас спинка немножечко наклонится. Просто благодаря этому мы можем отодвигать кресло от автомобильного кресла, и спинка тем самым наклоняется. Вот, пожалуйста, вам выход из ситуации. Как немножечко больше наклонить, чем есть возможность. Соответственно, что касается регулировки по высоте, здесь очень большой запас. Вот смотрите. Ну, я не помещусь, конечно, но на очень надолго кресла, в принципе, хватает. Поэтому в плане пространства, вот это вот расстояние, кто-то говорит, мне пошире кресло. Автокресло делают по четким нормам. Там плюс-минус сантиметр, может быть, два, где-то будет различаться. Но в целом они где-то вот в одном стандарте делаются. И какие-то производители, как многие думают, не делают кресло намного шире, чем какой-то другой производитель. Если кресло хорошее, оно будет плюс-минус таким же. Поэтому многие вот пытаются найти какие-то чудо-кресла. К сожалению, они будут практически все одинаковыми. Так, в принципе, по креслу здесь особо много не расскажешь. Все самые главные моменты рассказал. Все технические характеристики будут по ссылке на Мир Автокресел в описании. Там же килограммы, сантиметры, все-все-все это есть. Поэтому можете ознакомиться дополнительно. Если в обзоре это кресло понравилось, в Мире Автокресел спокойно заказывайте и привезут вам домой. Особенно сейчас в режим самоизоляции, скажем так, ходить не разрешают. Без проблем. Курьер вам доставит домой, все бесконтактно, все оплатили заранее и все получили. Соответственно, я очень рекомендую это кресло к приобретению, потому что одно из лучших, в принципе, кресел. Если есть материальная возможность, то очень сложно найти что-то лучшее. Не спорю, есть конкуренты, и мое мнение не последней инстанции, но со мной никто не поспорит, что это одно из лучших кресел. Поэтому, купив его, это, знаете, как хорошее вложение денег. Оно сильно на вторичке не дешевеет, и потом даже можно его спокойно продать, не очень много потеряв в цене. Как бы вот такой момент. Ну и доверять ребенку можно одной из самых безопасных. Собственно, я все. Если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала, если что. Вот. И Миру Автокресел большое спасибо за предоставленный экземплярный обзор. А вам всего доброго. До свидания.